не снимаем, мы проживаем потрясающий день. Мы снимаем кино. Ого. Здравствуйте. Так эпично. 90-е, наша молодость. Каждый элемент выверен. Ого, правда красиво. Приготовься. Ты мой рай. Ты мой рай. Молодец. Драма, драма. Мы всех любим. Это было круто. Это было круто. Это было хорошо. Нас ждет большое кино. Я еще готовить умею. Здравствуйте. Привет. Я Ольга. Я Стас, очень приятно. Очень приятно. Мы зафиксировали наше знакомство. Да, кого? Он просто потрясающий. Это Стас Бондаренко. Он играет главную роль в моем клипе. Мы на самом деле сегодня снимаем кино. Моя любимая, родная, не обращай внимания, это нормально, ладно? Я... Да. Никто не так. Мне будет только приятно. Прежде чем мы начинаем репетицию, я хочу всем сказать огромное спасибо, что этот день вы не проживете зря. Это первое. Второе. Мы не снимаем, мы проживаем потрясающий день в нашей жизни. Мы снимаем кино, ну, для... людей, клип. А мы-то с Алиной понимаем, что мы снимаем настоящее кино на супер песню «Верни». И я, соответственно, надеюсь, вы получите нереальное удовольствие от работы со мной. Ура! Давайте с Богом начинаем! Сегодня у нас второй съемочный день. Day 2. Ну ладно, все, давайте. Привет! Вам это... Можно, в принципе, это круто. Всем доброе утро. Смотрите, у нас так эпично. Такая красивая локация. Вообще. Класс. История, на самом деле, я сейчас немножко в камеру, история о том, что мне главное, чтобы мужчина заботился, чтобы мужчина поинтересовался, а тебе не холодно? А как твой день прошел? А ты не устала? Это вот намного важнее, чем какие-то другие блага, потому что все остальное, как бы это все приобретается. И в этой истории мы это показываем. Мы показываем вот это прошлое, 90-е, наша молодость, ну как бы, мы и сейчас неплохо выглядим в целом, где... ты ценишь такие вот моменты, попить чай, когда ты стираешь мне вот эту кофточку. В общем, мы готовы, как вы видите, мы ждем там. Как лампу. Как всегда, вы понимаете, мы готовы. А что, мы готовы. Мы почти готовы. Почти, это не готово. Ты подходишь сюда и рассматриваешь. Тебе вот это все интересно? Да, мне интересно. И ты просто вот, грубо говоря... Я хочу даже смотреть и вникать, я такая, чтобы... Все. Просто живи. Красиво. Очень. Картинка. Я поняла. Знаете, я вам покажу своего стилиста. Вот мне кажется, здесь надо остаться. Остаться. Мы видим классное отражение, мы видим Стаса. Я хочу, чтобы вы взаимодействовали с друг другом. Нас нет. А, вас нет. Нас нет, вы вдвоем. Молодец. Ой, боже, как это мило. Мы снимаем кино. Либо так, либо так. Я защитник. Да, давай. Либо тащили. Хорошо. Иди в машину. Это было круто. Это было хорошо. Если надо вытащить кино, зовут меня. Ты офигенно бежишь. И даже волосы. А, на средняя фаза. Буфли не видны. Просто когда я на каблуках. И осанка, и по-другому ощущаешь. Посмотрите, сколько здесь людей просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Прикиньте, я считаю, я умею уже до девяти. Он бегает. Время, как бы ожидая от него,
расскажи, а нам говорить. Это прикольно. Можно? Прикольно, это можно. Можно. Все, тогда, потому что я не говорю специально. Не пишу, прямо давай вообще болтаем. Болтайте. Нет, так, что ты не ничего хочешь, а именно в контексте нашего. Ну да. И тебя, да, тебя это забавляет. Смотрите, что у нас просто мега история. Так все четко, каждый элемент выверен. Тетрис! Да. То есть вот такая у тебя, да, штучка еще. Ага, все, стирай. Вы слышите, что режиссер сказал? Все случилось. Короче, Алина очень довольна. Да, а довольна режиссер, довольна актера. А фишка в том, что у меня реально, я, ну, проживаю. Как всегда, создаем здесь и сейчас. Как вы тут пишете? На площадке. Друг другом. Ого, правда красиво. Реально красиво. Да. Да, вот там стоит. Прибавить там просто, прибавить. Давай в ноги, да. А ты что, босоножка? Или нет, кусок, просто тут холодно. Когда дорогу проходишь, укуси смачно батон и жуй, ладно? Да, Эльдуя! Вот там у меня люди стоят. Жень, давай снимем. Давай. Ребята, работаем в таких условиях. Все для красоты кадра. Вообще холодно, дождь, ветер, не важно. Главное, что получилась крутая картинка. Второй съемочный день, съемки на улице, и драки, и аварии. Там кино. Видите? Мы снимаем кино. Вы крутые, спасибо всем. Я очень рада познакомиться. Мы одинаковые вещи говорили. Спасибо, давайте поаплодируем. Давай, идите греть. Может, я умерла, а это мой рай? Стоп. Видишь, я тебя выдерживаю. Это очень помогает. Да, держись. Я просто его руки вот так сжала. Первое, а ты мой рай. А ты мой рай. А ты мой рай. Да, ты мой рай. Конечно. Ты мой рай. Да. Да. Вот как понимаешь, не это, а он. А диско норм, и вот это прикольно. Да, прикольно. Да. Ну, немножко современные, там, Диман. Приталины, но я люблю. Диман. И тут у тебя мысль приходит, а пойдем в да, молодец. Ага. Какой у меня актер, просто идеальное попадание. Верни домой забытые закаты тея. Молодец. Как увидела ты, зажгла меня любовь. Молодец. Все, супер, желаю по-настоящему эту историю. Через все тело прошло, через сердце, через сознание, через все. И слезы настоящие. Драма! Мы всех любим, я вам говорю. Драма-квин! Все, супер, да, было. Я вздрогнул, я смотрел, прям вздрогнул, все прям сжалось. Нас ждет большое кино. Когда просто нравится все. Все люди на площадке, все, что происходит, все кадры. Чисто точно было у нас? Достаточно. Идеально. Все, с первого дубля. Микрокидка 22-26. Посмотрите, какое на мне платье. Смучительно. Я еще готовить умею. Еще я хорошая девочка. И вы уже этот клип посмотрели, а сейчас у вас есть возможность посмотреть все, что происходило за кулисами, как мы это снимали, какой командой мы снимали, в каких условиях мы это снимали. Там, кстати, если что, не солнце. А что, на улице? Ну, конечно, тут кран стоит. Андрейка, за лампочка обыкновенная, ребята. С той стороны кран стоит. Два крана. Ты сними кран вообще, покажи. Мы на третьем этаже, и там внизу стоит кран.
с подсветкой. Это Бузова. Где Бузова, там всегда уровень. Ну, можешь же чуть-чуть повыпендриваться. Но если все офигенно, получается, нужно радоваться. Если не получаю удовольствие, надеюсь, не только я. Тебе нравится сегодняшний день? Ну, конечно, Ты кайфуешь? Ну, естественно. А что мне еще остается? Конечно. Делать? Жизнь одна, что еще делать? Кайфовать. Ты это говоришь не потому, что тебя камера снимает? Нет, потому что ты меня куда просишь. Идеально. Мужчина, послушный мужчина, это моя слабость. Конечно, немножко усталость уже накапливается, уже иногда хочется что подумаешь, а? Позевать, продолжают работать. Но в кадре мы все живем. Иди ко мне. Тарелку убираю с кадра. Алина, это моя новая любовь. Это, Оля, моя новая любовь. Мы впервые работаем, и сразу же такая синергия. Синергия, сразу же любовь. Любовь, да. Так, мы на финишной прямой, нам нужно просто все снять и уже потом радоваться и готовиться ко второму сегодняшнему штуку. Ну, как-то так. Можно меняться с тобой на трубку. Давайте, да. Можно без шага. Он переживает, держусь я на каблуках или нет. А он не видел, как я одела каблук. Опаньки! Я говорю, ты переживаешь, как я держусь на каблуках? Нет, надо было приседать, чтобы... Побежали! Да, молодцы, молодцы, да, да, погнали, погнали! Тут камера, мы сняли! Спасибо всем, ребят! Спасибо, спасибо тебе огромное! Спасибо. Спасибо группе, спасибо каждому человеку. Спасибо, ребята. Спасибо. Кайф, это радость. Дыхай, береги ноги. Все, теперь у нас микроотдых. Спасибо. Реально, я в таком просто восторге влюбленности. Я так счастлива, что я влюбляюсь в людей. Это такое чудо, такой кайф. Когда ты в осознанном возрасте влюбляешься. Вообще, это офигенное чувство. Я влюбилась просто в Алину. Мы сегодня отсняли такую прямо. Это начинка. Начинка. Это чувство, это эмоции. Это чувство, это эмоции. Это начинка. Да. Осталось только пирожок. Обрамить это, да. Пирожочек. Бриллиантик сняли, осталось обрамить. Да. Ой, как красиво. Она умела красиво объяснять, что происходит. А она же режиссер. Ничего себе! Я думала, что это за тусовка. Выходим на финишную прямую. С этих кадров как раз таки начинается наша история. Как я вам? Ферма. Просто реально как будто офигеть. Ну это просто красиво. Это сейчас еще у нас отдельные эти кадры будут. Нулась, прошла, супер. Спасибо, что посмотрели Ольга Бузова Лайв. Бэкстейдж со съемок клипа «Оно же» короткометражный фильм на песню «Верни». Вы увидели практически все, что было за кадром. И вы теперь понимаете, какая работа стоит за всем тем, что я делаю. Спасибо, я вас люблю. Всегда ваша Ольга Бузова.